Все вместе. Ваня у нас 100 тренировок. Ваня у нас кто? Да я жду как грузчик. Всем добрый день. Я неспроста сегодня здесь. Я попросился, узнал, что ребята едут сюда, я попросился вместе с ними. И есть такие слухи, что это предвыборное. Толь, я заберу. Но скажу вам прямо, ни одного кандидата здесь не идет. А мы идем в больницу. Идем к деткам, в детское отделение. А вам самое главное, вы же понимаете, что делать, я понимаю, что в наше время работа работы, но хочется никаких развлечений. Хочется, чтобы привезли вам билеты в театр, ничего не меняя. Ну вот, же сфотографировали. А, фотографировали, да? Да. Билеты в театр от вас. Максим, иди сюда, все вместе, давайте, Станик, Толик, давай. Что это от нас, от предпринимателей, билеты вашим девочкам, чтобы у них все было хорошо. Главное не фотографии, главное ваше хорошее настроение, да, когда работаете. Да, спасибо. Удовольствие. Да, привезли детские вещи, как всегда, памперсы, ну, то, что надо детям на сегодняшний момент. Действительно, мы собираемся, готовы к вам приходить сюда, вы обращайтесь, что от нас нужно, потому что дети – это самое главное. Главное, чтобы дети были здоровы, чтобы все было хорошо. А эти все зависит уже от вас. Понимаете, чтобы были здоровы. Поэтому дай Бог, чтобы и у вас было здоровье. Мы тоже очень рады, что вы заботитесь о наших маленьких пациентах. Вот, всегда привозите так все и своевременно, и по делу. Так? Да. Поэтому и в добрые руки, и нашим пациентам всем, конечно, будет такое для выздоровления абсолютно помощь хорошая. Очень вам благодарны. Спасибо вам. Приходите. Спасибо, что нелегкое время лечите и помогаете. Ну, это же, конечно, сходим и позвоним, да, как этот самый. Как, да, 9 числа. 9-го. Да, опять лето. Хорошо. Какие еще будут на спектакле в городе? Будем вам организовывать билетики. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.